Я сегодня, как исполняющий обязанности директора, обещаю, что при поступлении в Казанский университет, если вы поступите, мы тоже найдем меры вашей поддержки. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел финал и церемония награждения победителя в рамках конкурса «Тархан». Данное мероприятие направлено на поддержание в памяти молодежи Татарстана истории тюркских народов. Мы подобного рода конкурсов проводим в последние годы достаточно много, потому что интерес студентов, общественности вот, к нашей отечественной истории, к тюркской истории, татарской истории резко возрос. Ну и это связано и с столетием Татарстана, очевидно. Да? Это один из этапов наших больших проектов. Инициатива была наша, Института международных отношений. Но и здесь я вот с большим удовольствием хочу сказать, что Министерство культуры, с которым у нас сложились очень хорошие отношения, добрососедские отношения, творческие, они прямо ухватились за этот проект. И во многом именно Министерство культуры, оно обеспечило финансовую сторону. Испытания были не из легких, ведь так знать историю, как наши участники, сможет не каждый. Например, в одном из заданий ребята должны были распознать настоящий исторический артефакт, лишь взглянув на него. Цель конкурса одна – это выявление талантливой молодежи. И чтобы лучшие из лучших поступали к нам. Ведь мы в основном формировали вот эту программу целевого обучения за счет тех предложений, которые формулировал Всемирный конгресс татар, Министерство образования. Ну а здесь мы вот проводим такой естественный отбор. По итогам конкурса стали известны имена четырех победителей. Абсолютным среди них стал Ильнур Амирханов, ученик 8 класса школы номер 2 в селе Актаныш. Конечно же, я рад победе. Хочу поблагодарить тех, кто меня поддерживал. В первую очередь моего преподавателя Амирханова Исафа Автаховича, который вел меня по этому пути. Планирую ли я в будущем поступление в КФУ, в Институт международных отношений? Скорее всего, да. Как говорит сам Ильнур, любовь к истории привела ему его бабушка. Любовь к истории привела моя бабушка из материнской линии. Через баиты, риваяты и рассказы о деревне Искрежеп, расположенной недалеко от Булгар, в Спасском районе, из которого она родом. Валерия Карташова, Фарид Закит-Оглы, Универньюз.